Вторая весна наступила на улице Чаадаева. В присаднике снова расцвел шиповник. За 50 лет жители, пока не живут в этом доме, впервые видят такое чудо. Я чисто случайно из окна увидела розовые цветы на кустарнике. Я сначала глазам своим не поверила. Чисто случайно я обратила внимание. Потом смотрю, еще появляются цветы. Вот цветочки. Пожалуйста, раз, два, три, четыре, пять и туда дальше. Но мы уже урожай собирали, уже первый урожай. Это уже второй будет у нас, значит. А вот ягодки, вот это вот уже собранный урожай у нас первый был такой вот. Я в мае, начале мая уже делал гербарий и собирал цветы с этого куста. Ну а теперь можно собрать второй раз. Пахнут замечательно летом, хотя уже лето заканчивается. Аномалия это природная такая, мы сами даже никак не можем понять. Что-то должно быть уже к концу, а тут только с начала начинается. Цветок подумал, что сейчас лето, и он начал опять распускаться. Может, теплая погода, может, дождичек хорошо поливает. Видимо, природа нам подарила слишком хорошее теплое лето, и поэтому растение отблагодарило нас вторым цветением. Обязательно будем ждать второго урожая. Тем более, что я надеюсь, что сентябрь еще будет теплый. Вот. Бабье лето не за горами тоже. Погода осенняя, дождливая, а у нас май.